Итак, ребят, всем привет. Сегодня я, как обещал, все-таки понял, как сделать нам тренировать нашу модель на других каких-то серверах. Не на ресурсах нашего компьютера, а, например, на Kaggle. Почему Kaggle? Потому что здесь ресурс часов нам дают больше. Нам дают 30 часов на тренировке. В то время как Google нам сейчас коллаб дает всего 4 вроде бы часа или что-то типа такого. Но Google мы тоже будем пользоваться, нам придется им пользоваться. Я буду показывать все для новичков, то есть буду регистрации показывать, все аутентификации, все буду это показывать максимально, чтобы всем было понятно, как это делать. Тайм-коды я оставлю. Тайм-коды я оставлю, вы можете по тайм-кодам переходить, если вас интересует какой-то конкретный фрагмент. Все, мы с этим поняли. И начинаем регистрацию. Как регистрироваться на Kaggle? Просто нажимаем регистрация, ссылочка kaggle.com, все ссылочки в описании, либо в комментарии вы увидите. Я все оставлю, все распишу. Нажимаем регистрация по e-mail, вписываем сюда нашу почту. Я буду заново регистрироваться. То есть почту мы нашу заново писали, пароль мы тоже здесь напишем. Пароль напишем, имя какое-нибудь, без разницы какое. Нам это особо не интересует, какое у нас там будет имя. Нажимаем «Я не робот», «Next». Соглашаемся. Сейчас нам придет на почту шестизначный какой-то код, пароль. Вот пришел нам пароль наш. Заходим обратно на Kaggle. «Next». Написано «Невалидный код». Значит, нажимаем «Click here». Все, «Click here» нажали. Все, значит, мы зарегистрировались. Теперь мы можем зайти под нашим логином паролем. Все. Мы заходим под нашим логином паролем. Что следующее мы делаем? Нам нужно сделать аутентификацию, то есть подтвердить наш номер телефона, чтобы нам давали две видеокарты Т4. Tesla Т4. Нам понадобится одна. Мы нажимаем, то есть вот сюда вот, нажимаем Settings. И вот здесь есть Phone Verification. Нажимаем Phone Verification. Русские номера не поддерживаются, вам подтверждаю. Вам нужно будет сервис активации. Я предлагаю SMS Activated просто. Регистрируемся здесь, пополняем баланс, там на 10 рублей буквально нам хватит. Здесь в поиски вписываем Kaggle. Kaggle, вот он есть у нас. Выбираем страну. Я Эстонию, например, выберу. Вот нам дали номерочек, сейчас дадут. Вот, дали нам эстонский номер. Что мы делаем теперь? Переходим на Kaggle. Вот Kaggle у нас здесь открыт. Выбираем код страны. Эстония — это ЕЕ. Две буквы. Так, где они? ЕЕ. Не вижу. Нифига не вижу. ЕЕ. Вот Эстонию мы выбрали. Теперь здесь копируем просто вот этот номер. Копировали. Ставили. Все. Я не робот. Нажимаем. Отправить верификационный код. Так, вот это мы можем, получается, закрыть вкладку. Потому что Kaggle у нас теперь вот здесь. Сейчас нам сюда придет код. Ожидание смс пока идет. Ждем. Ждем, ждем, ждем. Вот, код нам пришел. Копируем его. И вставляем сюда вот на Kaggle. Все, нажимаем verification, все. Ваш аккаунт верифицирован, ура, ура, браво. Что мы теперь делаем? Мы создаем на Kaggle блокнотик. Тоже нажимаем create, new notebook. У нас открывается, то есть, блокнот наш. Ждем. Нажимаем файл, edit type, то есть редактировать тип, скрипт. Вот это все стираем, нам это ничего не нужно. Переходим на сайт, то есть вся инструкция, в принципе, есть вот на этом на сайте, с несколькими оговорками всего лишь. Здесь нам нужен будет код. Вот он код. Его копируем. Я его оставлю, если тоже вам не хочется на сайт на это заходить. А я вам оставлю его. Вы просто скопируете его и вставите сюда. Вставляем его сюда. Здесь единственное, что нам нужно отправить, это вот версию. Здесь надо поставить вместо 3.3, тут стояло 0. Надо поставить 3.6.1 версию у нас теперь. И вот здесь вот еще есть написано в некоторых местах model, в четырех местах. Вот model, 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 и вот здесь model. Но это потом мы с вами исправим. Здесь это model, надо на кое-что исправить. Нажимаем теперь файл.
И редактируем как ноутбук, делаем опять его. Edit type ноутбук. Все, вот и наш. Готово все. Теперь что мы делаем? Теперь нам нужно добавить наши модели, по которым мы будем учить. То есть нажимаем Add Data. В поиске пишем RVC. RVC тире как-то там... Сейчас посмотрю, я уже сам забыл, если честно. Здесь нам нужно добавить модель RVC. RVC Necessary. Вот вам нужно RVC Necessary. Ее добавляем сюда. Просто нажимаем плюсик вот здесь сбоку, и все, она добавляется. Все, первое мы сделали действие. Теперь нам нужна наша модель голоса нашего. То есть мы берем опять аудиосообщения, закидываем их в один архивчик. Сейчас я вам покажу. Например, вот архив у меня, зиповский просто архив. И в нем у меня просто одно даже сообщение просто лежит. Но оно длинное, там что-то минут 7, наверное. Не могу посмотреть, сколько тут. 7 минут просто одно голосовое сообщение у меня и записано в архив. Просто написал 1, 2, 3, 4, 5, 6. Чтобы было понятнее и яснее. Что мы теперь делаем? Мы нажимаем на кнопочку стрелочки загрузки и загружаем сюда эту модель. Пишем здесь любое название. Напишу 1, 2, 3, 4, 5, 6. То же самое. И сюда эту нам модель нужно перетащить. Либо добавить вот так вот из браузера. То есть здесь нам нужно найти, вот она, эта модель наша. Она у нас загружается, все. Не беспокойтесь, модель в принципе никуда не попадет, потому что у нас здесь складка стоит приватная она. Только мы ее с вами будем видеть. Все, называем Create. Ожидаем немножко, все, успешно написано. Все, теперь у нас добавлена обучалочка наша, RVC. И наш пак нашего голоса, которым будем тренироваться. Теперь перейдем в настройки. Акселератор. Мы выбираем GPU T4X2. То есть две видеокарты. Выбираем 30 часов нам отдали, написано. Язык Python. Здесь ставим переменные файлы. Variables and files. Здесь ничего не ставим. Здесь галочку интернет поставьте, если у вас она не стоит. В принципе, все. Вот наша модель готова теперь. Мы, в принципе, готовы. Единственное, что вот здесь надо изменить модель, как я вам сказал. Вот здесь будут модель в четырех местах. Вот здесь модель. И сейчас камеру я перенесу. А вот здесь тоже, вот еще модель, модель, модель. То есть в четырех местах нам нужно вот эти модели заменить наше название. 1, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6. То есть здесь ставим 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3, 4, 5, 6. И вот это надо поменять нам в четырех местах. То есть здесь ставим и вот здесь ставим. То есть все, поменяли наши модели. И теперь нажимаем Save Version. Save Version нажимаем. Здесь Save Run All. Расширенные настройки Advanced Settings. Мы здесь ставим всегда, в общем, сохранять output наши. Вот здесь это единственное, что надо поменять. Здесь запустить GPU в этой сессии. В принципе, нажимаем Save. Все, сбоку вот теперь у вас здесь вылезла вот такая окошко, что ноутбук запущен. Нажимаем на него, в принципе. И все, у нас начинает стартовать наша сессия, так сказать. Стартует. Стартовать она будет в районе, честно, 500-600 секунд. Я, наверное, поставлю перемоточку. Вот здесь не переживайте, здесь всякие ошибочки, возможно, будут. Но стартовать мы будем, я как сказал уже, примерно 600 секунд рассчитывайте на такое примерно время. То есть, когда здесь будет написано 550 секунд или что-то типа такого. Вот когда вот есть ошибки вот эти появились, то это нормально. Я знаю, как от них избавиться, но я не буду объяснять. В принципе, я на это забил. Здесь надо просто кэш очистить. Одну строку можно было дописать, чтобы этих ошибок не было, в принципе. Ну, не будем усложнять. С ними тоже все будет работать, в принципе. Еще что я заметил, сразу же скажу, мы не будем, я перемотаю потом, наверное. Что еще заметил, нам нужно сделать в Firefox, в Chrome у меня почему-то не открывается ссылка, которую создает, то есть, наш Kaggle. Какое я нашел решение? Я использую Firefox. Я скачал Mozilla Firefox, просто скачайте, тоже рекомендую вам, если у вас не будет ссылка открываться.
И через нее будем запускать мы дальше наши ссылочки все. Все. На этом я немножко сейчас свернусь. И вам потом уже, когда останется мало времени, когда будут подходить, я запущу уже дальше трансляцию, перемоточку нашу. Итак, мы с вами закончили на вот этих ошибках. Что произошло вот за 500 вот эти секунд, за 550 секунд? Считай, практически 9 минут, в районе 9 минут. Вот у нас окно логов полностью вот заполнено всякими непонятными загрузками и так далее. А нам нужно самый низ. Самый низ. И у нас получается, вот есть локальная ссылочка и есть ссылочка паблик. Нам нужна паблик ссылочка, потому что мы не можем на локальный компьютер. Берем ее, копируем и вставляем, в принципе, можете вставить в свой браузер. Но у меня, как сказал, он уже, скорее всего, сейчас не откроет. У меня просто вот белый экран. Как с этим поборолся? Я сказал уже, Mozilla, Firefox, наше все. В Mozilla теперь вставляем эту ссылочку. И у нас она прекрасным образом открывается. Все. Один в один интерфейс, что я вам показывал. Один в один. Ничего здесь не изменилось. Нажимаем Train. Имя, как мы будем тренировать. То есть напишем Rocky, допустим. 40 тысяч здесь ставим. А версия вторая. Процессоров тут у нас как бы двухъядерный процессор уже 2 ставим, получается. Здесь путь. Очень важно. Путь, который мы с вами загружали файл. Он у нас как располагается по пути. То есть можете переписать за мной. Slash. Kaggle. Working. Slash dataset. Dataset. Прописываем этот путь. И нажимаем, то есть процесс data. Если все успешно, у нас сейчас он здесь считает это все. Где мы можем посмотреть, считает он, не считает. Можем посмотреть вот здесь вот. Да, он считывает. Вот они пошли. Считывание нашей модели. То есть он ее считывает. Вот он ее считал. Здесь можно посмотреть на загрузочку. Видите, прошла end process написано. Значит, он ее считал. И рамочка у нас погасла. Теперь выставляем здесь вот количество видеокарт, которые мы будем использовать. Здесь две видеокарты. Но почему-то лучше он работает с нулем. То есть с одной видеокартой. Либо ставим 0, либо 1. Без разницы, как хотите. Поставлю 0 здесь. Здесь метод. Здесь еще представлен метод MangaCreep. Я не понял, что это за метод. Можете ставить PM, либо HardWest, либо Duo, либо Creep. Давайте поставлю HardWest, в принципе. И распаковка нажимаем. Видите, горит у нас рамочка. Значит, что мы делаем? Мы дальше никуда не проходим. Пока вот эта рамочка у нас горит, мы никуда с вами не идем. Здесь мы можем наблюдать за процессом. То есть вот пошли проценты. 3, 4, 6, 7. То есть в окне лога здесь все прописано. Ждем, то есть ну 100% соответственно. И когда будет 100%, рамочка наша с вами вот это затухнет. А что он делает сейчас? Он нашу запись, если вы загрузили ему, допустим, запись, не знаю, там, одной записью 30 минут, он ее делит сам, как считает нужным, на предложение. То есть на самом деле, как я понял, нам не нужно делить аудиозаписи наши, допустим, на 10 секунд, на 20 секунд, там, то есть на 5-8 секунд нам самим не нужно это делить. То есть это лишнее наше действие на самом деле. То есть легче просто ему одну большую дорожку закинул, он сам там уже как-нибудь разберется с этим и поделит, как это надо. Так что все, мы ждем. Пока у нас уже 40, то есть процентов. То есть он делит мою дорожку, одну большую, на 70 файлов. Тут написано 30, 70. То есть на 31 уже разделил, на 32 уже разделил. То есть ждем. Кстати, да, забыл сказать. В принципе, тут можете посмотреть, сколько все это будет длиться. То есть секунд, сколько он будет делить аудиозапись. То есть если мы увидим... У нашего, допустим, от 1% здесь написано 3. То есть 2 секунды прошло, и надо еще 3 минуты и 3 секунды. То есть вся наша аудиозапись будет делиться вот, то есть 3 минуты примерно. На самом деле она у нас поделилась за 2.22. То есть все. В принципе, вот у нас прошло. Сейчас рамочка, смотрите, вот это потухнет. Пока горит она. И как только вот она потухла, видите, мы можем продолжать дальше.
Так, что еще здесь я могу вам сказать? Сейчас я вам покажу кое-что интересное. Помните, здесь у нас было, можно выставить, через сколько мы можем сохраняться. То есть, какой, в общем, процент, в общем, сохранения нашей модели. У меня почему-то здесь все поломано, и я не вижу эту цифру. Пятерка, двадцатка, семерка есть только. Здесь должно 5 стоять. Чтобы ее увидеть, на самом деле, можно нажать «Исследование», инспектировать вот этот элемент, первый самый. И вот здесь вот текст-атрибут, текст, то есть alert, выравнивание по центру стоит, вы можете отключить эту галочку, и вы увидите эту цифру. То есть вот эта цифра появилась, пятерочка. То есть если я ставлю эту галочку, здесь у нас эта цифра по центру смещается, если мы поставим, они у нас едут здесь на самом деле. То есть вот. Что мы здесь делаем? Эпох. Количество эпох, когда будет сохраняться. Промежуточное сохранение. Ставьте сколько хотите, на самом деле. Мы все равно это делаем удаленно, мы компьютер можем выключить, все равно у нас в итоге все эпохи доделываются. Так что смысла нам особо нет здесь ставить. Хотите, поставьте 10, господи. Сколько всего эпох? Можете ставить сколько хотите. Скажу вам, примерно 500 эпох — это где-то 4 часа. То есть больше 500 эпох нет смысла, можете 1000 поставить, если хотите. На самом деле 300-500 это самое оптимальное. Я поставлю, допустим, сейчас для примера, чтобы вам показать, поставлю 10 эпох, чтобы быстро это все сделать. Batch size, то есть сколько оперативной памяти будет использоваться наша видеокарта. Вообще ставят ноги 12, смотрел, на самом деле 16 на T4 нормально идут. Здесь ставим yes, no, все нормально. Здесь тоже меняем, что у нас видеокарта нулевая, потому что здесь мы ставили видеокарта нулевая. 0-0 все. И нажимаем, то есть, чтобы сформировался наш индекс, то есть train индекс. Видимо, все, опять рамочка пропала, значит все. Индекс файла сформирован. Что мы дальше называем? Train model, все правильно. Train model. Все, наша модель пошла тренироваться. Вот здесь, видите, 5 секундочки эти пошли. Где мы можем отслеживать? Отслеживать можем на Kaggle. На Kaggle как тренируется наша модель. Вот он собрал эти ключи наши. Сейчас он начнет тренировать модель по эпохам. Сейчас я вам покажу, как посчитать, сколько у вас будет тренироваться модель. Так, нет пока эпох ни одной. Пока он там прогружает все свои эти скрипты, чтобы тренироваться. Мы ждем, просто сидим ждем. Так, первая эпоха. Первая эпоха, вот она здесь у нас уже прогружается потихонечку. У нас всего 10 эпох поставил, чтобы быстрее всего сделать. Конечно, результат будет не очень, но все равно нормально. Вот первая эпоха. Рокки. Первая эпоха. Вторая эпоха. Это время, за которое он делает эпохи. То есть 33 секунды он первый, второй сделал за 13. Следующий посмотрим, за сколько он сделает, и скажу вам, как сосчитать. 13 тоже. Получается, он у нас делает каждую эпоху за 13 секунд. Мы ввели 10 эпох, то есть 130 секунд нам нужно. Все просто. Умножаем просто эпохи на количество секунд. То есть вы, если вы сделали эпох, допустим, 500, 500 умножаем на 13 секунд, у нас получается 6500. 6500 мы делим на 3600, потому что часть 3600 секунд, у нас получается 1,8, то есть где-то час 45, час 50 будут тренироваться наша модель. Как посчитать, это все очень просто, как сказал уже. Больше 12 часов на Kaggle лучше не делать. То есть максимум, если у нас за 13 секунд одна эпоха, то есть это мы 3600 умножаем на 12 часов, это 43 200 секунд, делим на 13. То есть больше 3000 эпох не ставьте. Больше 3000 эпох не ставьте. Так вот у нас делается потихонечку. Седьмая уже подходит эпоха. Потом покажу вам сейчас, что делать. В лайве все делаем. Все в лайве. Девятая эпоха подходит у нас уже. И сейчас у нас уже будет, наконец-таки, наша десятая эпоха. Я вам покажу, что делать дальше. Все, в принципе, 10 эпох он сделал. Потому что, вот видите, он начал сохраняться. Все, написано успешно. Он написал успешно. Все отлично.
успешно все сделано. Что мы делаем теперь? Нам нужно остановить нашу модель. То есть здесь нам уже делать больше ничего не нужно, в принципе. Все остальные действия мы будем делать тут. Мы заходим сюда, нажимаем, здесь у нас внизу показать активные сеансы. И мы нажимаем, то есть остановить этот сеанс. Стоп сеанс. Мы его останавливаем. Переходим в папочку сразу output. В папочке output сейчас у нас прогрузятся, в принципе, наши логи. То есть input — это папка, что мы дали программе, то есть это вот наш голос и модель. В output сейчас вот у нас прогрузились файлы, которые он нам выдал на выходе. Нажимаем загрузить больше, load more. И здесь нам нужно вытащить отсюда два файла. Нам надо лог вытащить и саму модель. Лог хранится в логе, естественно. Лог, роки. Роки. И здесь нам нужно файл с названием edit. Вот этот. Edit у вас как-то будет называться. Здесь вот в конце должно быть написано index. То есть он будет весить примерно там до 200, где-то до 200 мегабайт он весит. Что-то у меня прогрузилось. Тут logs, роки. И вот он файлик у нас edit. Нажимаем на него, здесь нажимаем кнопочку загрузки. Скачиваем к нам на компьютер. И второй файл, который вам нужен, хранится вот в этой папке. Paintings и роки. Роки. PTH. Тоже загружаем. Два файла нам нужно. Это наша модель. Все, эта модель наша отренированная. Вы можете либо на своем компьютере уже как бы ее преобразовать, либо проходим дальше. Мы не хотим преобразовывать это на нашем компьютере. Мы хотим преобразовать где-то в другом месте. Какое-то другое место. Это у нас другое место. Это мы будем использовать Google Collab. Но перед этим нам что нужно сделать? Сейчас я вам покажу, что нам нужно сделать. Нам нужно зайти в наши загрузки. И вот наши два файла. Rocky и Edit. Нам нужно их закинуть в zip-архив какой-то. Мы закидываем это в zip-архив. Сейчас у нас формируется zip-архив. И назовем его, ну, Rocky, так и назовем. Rocky. Zip-архив Rocky у нас появился. Теперь нам нужно этот zip-архив куда-то загрузить на какое-то облако. Давайте я загружу на Мегу, давайте. У нас есть облако Мега, то есть заходите, регистрируйтесь просто на Меге. Вот, Мега, регистрируйтесь на ней, в принципе. И сюда просто берем и перетаскиваем этот файл. Вот он у нас загружается, загрузить. Вы можете на любой файл обменник, ну, как-то здесь удобнее, как будто, мне кажется. Вам нужна просто ссылка в итоге, чтобы получить доступ к этому файлу. Закрываем. Вот наш файл Rocky. Что мы дальше делаем? Нажимаем на него, нажимаем здесь получить ссылку. Вот мы получили ссылку, копируем ее. Заходим дальше по ссылочке, которую я оставлю в комментариях, либо в описании. Это Google Collab. Обновлю его на всякий пожарный. И у нас он обновился. Что мы здесь делаем? Можете сохранить, в принципе, все эту модель, если вам нужно. Ну, я не буду ничего сохранять, мне прям не хочется ничего делать. Я прям здесь буду делать. Все, нажимаем Step 1, то есть выполняем, выполнить, все. Поехали по шагам. Это мы будем запускать модель, через которую, в которую мы вгрузим наш... Ой, это мы будем запускать, в общем, среду, где мы будем с вами забросим туда свою модель и будем преобразовывать уже наш голос, наш вокал в какой-либо другой вокал. Ждем, пока здесь кружочек крутится, чайн прокрутится, и мы дальше перейдем ко второму шагу. А в степ 2. Степ 2 мы, кстати, с вами вот сюда здесь ссылочка есть. Мы эту ссылочку удаляем и сюда вставляем ссылочку с нашего файла обменника на нашу модель. Пока ждем. То есть оно грузит, грузит, прогружает, там все дела свои делает. Где-то, не знаю, минуту полторы он это сейчас будет грузить. Я с вами пока поговорю эти полторы минуты. Так, потом нажимаем Step 2, он загружает нашу модель туда, а потом нажимаем Step 3, и у нас он запускает среду нашу, через которую мы будем делать. Она ограничена, немножко все пропало у нас галочка. Можем запустить Step 2. Step 2 запускаем, все, он начинает нашу модель загружать уже на облако, чтобы с ней потом работать. Вот написано. Starting download from Mega, то есть он загружает Меги файлы, можно использовать Яндекс, Dropbox, Mail, Disk, iCloud, мне кажется.
Можно использовать любую вообще, без разницы. Что хотите, то используйте. Что у вас есть, то используйте. Так, ждем, вот нашу модель загружает, там 100 мегабайт, он быстро загрузит буквально, не знаю, там секунд 30. А потом, он запускает ограниченную среду разработки, как я уже сказал. Что мы там можем сделать? Мы только, по сути, можем преобразовывать просто голос нашего текста через этот Google Collab. Я пробовал через Kaggle это сделать, как-то не получается. Либо там как-то надо по-другому делать, но и что, я и не понял, как делать. Нам просто надо как-то остановить сессию, забрать файлы, которые нам нужны, вот эти модели голоса, потом заново запускать на коллабе как для эту сессию, и это как-то очень долго все, и поэтому легче на самом деле, как я понял, использовать коллаб, потому что по скорости то же самое будет, вы там все равно долго не будете здесь сидеть на самом деле. Все у нас загрузилось, написано, модель успешно импортирована, все. Запускаем следующий шаг. Нажимаем play и все, ждем. Сейчас здесь у нас будет появиться ссылочка, опять куда мы ее забьем в браузер наш. Опять в хроме у меня ни хрена не открывается, поэтому копируем ее, в Mozilla вставляем. Из Mozilla будем делать. Вот она запускает ее. Вот загрузил нашу модель Rocky. Вот локальная опять ссылочка нам не нужна, нам нужен нам паблик. Паблик, вот она. Вот наш паблик. Паблик копируем. Открываем нашу Mozilla, плюсик, вставляем ссылку, переходим по ней. И вот мы попадаем в наше окно, где мы все будем делать уже. Что мы делаем? Все у нас здесь, в принципе, настроено, опять же. Здесь меняем тональность, тембр, то есть если мы загружаем женский голос и в мужской преобразуем, то пишем минус 12, если наоборот, то есть плюс 12. Сюда загружаем файл, который мы хотим преобразовать. Также здесь прикольно, можно нажать, то есть записывать микрофон, и у нас автоматически он преобразует. То есть давайте вот это и сделаем. Давайте так. 1, 2, 3, 1, 2, 3, как меня слышно, 1, 2, 3. То есть вот мы записали наш голос, можем его послушать. 1, 2, 3, 1, 2, 3, как меня слышно, 1, 2, 3. Все, вот наш голос мы услышали. Что мы здесь можем сделать? А также здесь можно преобразовать текст в звук. То есть здесь нужно написать нам текст, вот здесь ваш текст. Здесь выбрать вот модель голоса. Либо по ключам от Google TTS можете сделать. Здесь можно преобразовать, как я понял, не знаю, что это такое. Я, кстати, не смотрел, что это такое. Что-то с видео сделать. Можем здесь Advanced Settings. Здесь мы выбираем метод. То есть HardVest можете выбрать, может Mango Creep выбрать, без разницы. Что хотите, то выбирайте. Здесь, в принципе, это конвертировать формат, который вам нужен. Расширенные настройки тоже вам особо это не надо. Все, мы сюда загружаем файл свой, либо записываем голос свой здесь. Нажимаем кнопочку конверт. Он буквально, не знаю, там секунд сейчас за 10 обработает нашу запись, даже меньше, в голос, который мы уже хотим. Все, ждем, в принципе. Все, обработал. Но сейчас будет качество плохое, потому что мы всего 10 пол сделали, в принципе. 1, 2, 3, 1, 2, 3, как меня слышно, 1, 2, 3. Качество, как сказал, уже не очень, потому что мы тренировали всего 10 пол. Но уже... 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3. С этого голоса 3, мы делаем. Слышно, 1, 2, 3. Я считаю, неплохо. Что мы делаем дальше? Понятно, уже правая кнопка мыши. То есть сохранить аудио как. Сохраняем. И все. И все, опять склеиваем. Я уже показывал вам, что дальше делать. Посмотрите предыдущее видео. То есть FFL-очку забрасываем, либо куда-нибудь другое место. Склеиваем и получаем наш вокал, сведенный в песню, AI кавер, так называемый, и так далее. Все. На этом можно с вами прощаться. Так что всем спасибо, кто смотрел. Подписывайтесь на каналчик, ставьте лайки. Дальше мы с вами разберем еще что-нибудь интересное, как делать. Поэтому делайте AI-каверы, наслаждайтесь. Всем пока-пока.